Здесь семьи военнослужащих, ветераны, действующие офицеры, сержанты, солдаты. Непростое сегодня время. Вам о ситуации военно-политической доложил наш комиссар. И вы, наверное, внимательно прослушали то, что происходит возле границ нашей страны и как не просто не только здесь у нас. Наша задача — защитить Родину. Военные защищают по-военному, гражданское защищают по-гражданству. В этот праздник я, конечно же, хочу от себя лично и всех брещан пожелать вам здоровья, долгих лет жизни и всем нам мирного неба над головой. С праздником!